На восьмой день по воскресенье Христовом празднуется Антипасха. В этот день, завершающий Светлую Седмицу, после литургии закрываются царские врата, а с вечера возобновляется чтение Псалтири. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий совершил божественную литургию в храме святого апостола Андрея Первозванного города Краснодара. Владыку с радостью встречали около 70 маленьких воспитанников воскресной школы и прихожане. Светлый храм в новом микрорайоне Кирилла Росинского вырос совсем недавно. В декабре прошлого года владыка Григорий совершил чин великого освящения. А в этот праздничный воскресный день архипастырь осветил новый иконостас, исполненный в русском стиле, с красивыми образами святых. Митрополит Григорий прочитал особые молитвы и окропил резной иконостас святой водой. На архиерейское богослужение собрались многочисленные прихожане. В храме уже сложилась дружная община. Действует воскресная школа, в которой занимается почти 70 детишек разных возрастов. Многие из них пришли на литургию, причастили святых христовых тайн. Этот воскресный день Святая Церковь именует Антипасхой, что в переводе с греческого означает «вместо Пасхи» или «обновлением Пасхи». Фомино воскресенье призывает нас к духовному росту, призывает нас к познанию Бога не через физическое видение, в том числе не через видение Его чудес, а познание Его от самого сердца. Только тот, кто сердцем верует во Христа Спасителя, по крайней мере стремится к Христу Спасителю, тому Он, страдавший и воскресший, открывается. Человек, которому открылся Бог, никогда уже эту веру не оставит. Человек, которому была сообщена благодать Божия, утвердился в вере. И тот человек, как свидетельствует сам Христос, действительно блажен, действительно счастлив. Наше слово о Боге должно быть радостным, должно быть с верой и уверенностью, что Бог нас любит и что Он стал человеком, умер и воскрес ради нашего спасения, подчеркнул митрополит Григорий. По окончании литургии состоялся праздничный крестный ход вокруг храма. Под звон колоколов и радостные приветствия «Христос воскресе! Воистину воскресе!» митрополит Григорий щедро окропил всех святой водой. Христос воскрес! В этот праздничный день архипастырь вручил архиерейские грамоты тем, кто помогал возводить этот красивый храм – Сергею Горлову и Евгению Дедову. Настоятель храма протоиерей Иоанн Воронов сердечно поблагодарил митрополита Григория за совершенную литургию в этот праздничный день и радость совместных молитв. Всем пришедшим на богослужение митрополит Григорий подарил по красному пасхальному яйцу.